Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Карадима, я художник и преподаватель изобразительного искусства здесь, в Бреце. Выражаю свою благодарность организаторам конкурса за то, что они предоставляют всем участникам этого замечательного конкурса Golden Time проявить свое творчество и свой талант. Также посвящаю некоторые строки известного немецкого поэта, моего любимого, могу сказать, всем участникам этого конкурса. Красиво жить не просто звук пустой, лишь тот, кто в мире красоту умножит, трудом, борьбой, тот жизнь красиво прожил, воистину увенчан красотой. Борьбой, трудом, боритесь, трудитесь, участвуйте и дарите нам свое творчество, за что также я вам очень признательна. Хочу сейчас объяснить свои критерии оценки работ. Начну с вопроса. Как воздействует на человека удивительный мир искусства? Истоки искусства, как известно, в действительности, а произведение искусства – это особый мир. Особый мир восприятия жизненной реальности. Сила искусства в том и состоит, чтобы взывать к человеческой совести, побуждать духовные способности человека. И по этому поводу можно также привести слова известного на этот раз русского поэта, одного из любимых мною, Александра Сергеевича Пушкина, который сказал уникальную фразу: «Глаголом жги сердца людей». Конечно, мы говорим сейчас о другом виде искусства, поэзии, но можно применить также эти прекрасные строки и к изобразительному искусству, красками, духовным миром каждого произведения искусства, картины. Жги сердца людей. Думается, в этом истинное предназначение искусства. Искусство — это мастерство, талант, но и творчество по законам красоты. В каждом произведении искусства, с которым я ознакомилась, я искала этот мир красоты, этот богатый духовный мир. Не говоря уже о грамотности, конечно, обращая на все внимание. Искусство — это особое зеркало. И можно также сказать, что изобразительное искусство — это особое зеркало, отражающее действительность через мысли и чувства художника. Посмотрите, пожалуйста, некоторые работы, которые были мной оценены максимально. Эти работы меня покорили. Посмотрите, работа Алены Белоног «Цветы». Извините, да, наверное, сейчас лучше видно. Замечательная, на мой взгляд, даже уникальная. Еще одна работа Новикова Алексея «Корабль». Уникальная техника в этом случае, на что я обратила внимание. Натюрморт Дарина Букина. Тоже работа, оцененная мной достаточно высоко. Интересный вариант. Надежда Кхацанова, автор работы. И четыре работы, которые предоставила к моему вниманию, к нашему вниманию, Алина Белоног. Белоног, связанные с природой. Угу. Эти работы меня покорили. Также хочу выразить свое, могу сказать, свое впечатление от всех работ. Эти работы, конечно, мной были оценены максимально. В заключение хочу пожелать всем удачи в творчестве, новых идей, вдохновления, и рада была окунуться в этот прекрасный мир. Спасибо вам огромное. До связи, до скорой связи, до свидания и привет из солнечной Греции. Пока!